незамысловатый блогер, но если вы не против, я сниму. Ну, конечно, конечно. Информацию для размышления. А я в кадр попал? Не знаю. Да нет, вроде не попали. Человек вышел за правду. Человека посадили на 4 года. Потому что у власти, а дальше сами. Ну, просто я как бы зафиксировал, чтобы информация, для, тема для размышления. Благодарю. А как вас найти? Я скажу. Ну, это родственники, это как бы в один день подписались. Это серьезно, пока я ехал в поезде, подписались. Сейчас нет никакой движухи, только отписки. Поэтому вот сегодня немножко залил я ролики. Так что подписывайтесь тоже, пишите свои грозные комментарии. И, в общем, всех благ. Но я не хейт. А, вы не хейт? Ну и хорошо, уже хорошо, что человек не хейт. Все, руки заняты, руку бы пожал. Приятного пожму. Вечера. Все да, равно. Всех благ, добра. Здоровья. Я напоминаю, что это окончание рабочего дня, станция метро Выхино. Люди спешат с работы на работу. У москвичей появились маски на лицах, они всегда были. Но это в связи с тем, с той историей гриппов разных. Они сначала начались с птичьих, потом свиные, потом еще какие-то. И нам все время придумывают какие-то гриппы. То есть все время какую-то заразу вносят. Поэтому, леди и джентльмены, что мне хочется сказать? Жизнь с Богом. Других путей нет. Все, движение продолжается. Движение продолжается. Так, нам надо сейчас на Семеновскую, на синюю ветку. Пятинское шоссе. А, нет, мне не туда. На Молодежной я постригался. Хорошая там девчонка парикмахерская работала. Потом она уже уволилась. Я думаю, сейчас ее там уже нет. Она куда-то переходить собиралась. Но телефончик у меня остался. Если что, она хорошие прически делала. Нам в сторону Щелковской. Дал немножко. Блин, обалдеть. Ну ничего страшного. Посмотрим. Посмотрим в глаза. Сегодня караоке, караоке-авто, где каждый желающий может подойти и исполнить свою любимую песню. Напоминаю, у нас есть караоке, у нас есть 3 микрофона и, конечно же, экран с текстом прямо перед нами здесь стоит, где каждый желающий может подойти и исполнить свою любимую песню. Ну а мы сейчас исполним для вас, друзья, следующую песню также про день рождения. Поехали!
Все, веселье начинается! Пятница наступила! Танцуем, поем вместе с вами! Забирай меня в колень, уложи на стол малень, и целуй меня везде, 18 дней уже. Забирай меня в колень, уложи на стол малень, и целуй меня везде, я метро твоя уже. Забирай меня в колень, уложи на стол малень, и целуй меня везде, 18 дней уже. Забирай меня в колень, уложи на стол малень, и целуй меня везде, я метро твоя уже. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, собралась из своих подружек. Ну а как же я, и дни рождения у тебя, знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня поцелуешь, но поцелуй своих немало. Я хочу, чтоб ты сказала, забирай меня скорей, уводи до стомари, и целуй меня везде, 18 дней уже. Забирай меня скорей, уводи до стомари, и целуй меня везде, я не взрослая уже. Держи ваши ручки, ручки! Спасибо большое! Ты уже танцевать устала, эта песня сто раз играла. Веселят мои подружки, разбудили тебя. Все эти руки без сердца мы одни остались, и друг другу во всем признали. Ведь ты сегодня взрослее стала, наконец-то мне сказал вы. Забирай меня скорей, уводи на стол морей, и целуй меня везде, 18 дней уже. Забирай меня скорей, уводи на стол морей, и целуй меня везде, я везде стою уже. Забирай меня скорей, уводи на стол морей, и целуй меня везде, 18 дней уже. Забирай меня скорей, уводи на стол морей, и целуй меня везде, я везде стою уже. Знаю, ты меня не забудешь, я приду, меня забудешь, но поцелуй твоих немало. Я хочу, чтоб ты мне прошептала. И целуй! Забирай меня скорей! Уводи на стол морей, и целуй меня везде, 18 дней уже. Забирай меня скорей, уводи на стол морей, и целуй меня везде, я взрослая уже. Где же ваши ручки, ручки? Спасибо, Семеновский! Вот такая шикарная песня прозвучала точно для вас, друзья. Я напоминаю, что с вами сегодня караоке авто. Обязательно, друзья, добавляйтесь в наши соцсети, ВКонтакте, в Инстаграме. Кто это еще не сделал, то наверное, сейчас откройте свой телефончик и Инстаграм и найдите там латинскими буквами караоке авто. Просто легко, караоке авто. Ну, а мы продолжаем с вами нашу развлекательную программу. И, кстати, кто хочет исполнить свою любимую песню в караоке, также здесь и сейчас, прямо около машины, даже если вы тут не стесняетесь и не умеете петь, то ничего там не страшного, мы вам поможем. У нас для этого есть три микрофона, ну и, конечно же, там сети прямо перед нами стоят. А сейчас мы в Испании споем вот эту шикарную песню. Тут же вы ее ставите за любви. Thank you.
аппарат атташе по вопросам обороны при посольстве Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнам. Вьетнам, значит. Ну вот немножко пошустрее стал. Сейчас вот взлетел на кровать с пола. То есть немножко как бы косо, конечно, взлетел и сразу головой бороздить об подушку. То есть плохо летает, но в принципе пошустрее. Ну что-то его напугало. Он такой. Я пришел сейчас. Целый день меня не было. Что-то он такой пугливый, что-то все его беспокоит. Ну, окно открыл проветрить. И может быть из-за этого там шум с улицы. Не знаю. Это как-то странно. Опа! Блин, он нет, он еще летать не может. Видите? Он приземляется и сразу падает. То есть он еще. То есть он вообще, как бы сказать, плохо летает. Но уже пошустрее стал. Вот он приземляется и падает, как бы. Ну что-то его беспокоит. Не знаю, что случилось. Странно все это. Что-то птицу беспокоит. Раньше был спокойней. Что, выпущу его сейчас и что? Ну, я думаю, что он уже сам хочет куда-то отсюда вылететь. Но вот, ну, может, завтра еще, ладно, денек пусть побудет. А завтра, послезавтра я его попробую отпустить. Ну, пошустрее стал, шустрый. Полегче ему стало. А там уже как? Ну, как сможет, что? Вот, он уже ищет как бы выход из этой комнаты, уже устал 4-3 дня. С утра интересно купался он вот в этой миске. Я думаю, что там все проливается-то? А ему мало этой ванночки-то, он тут сидит такой с утра, смотрю, купается. Я ему сейчас тазик-то побольше сделал. Вот он. Вот тазик я сделал побольше. Он тут как бы... По утрам-то они тоже любят принимать ванны. Вот он лежит здесь. И почему-то ему понравилось вот это место. Здесь я тоже настелил. Ну, в общем, такая история. Голубок, скоро на свободу. Я не знаю, как ты будешь летать. Ты еще что-то совсем плохо летаешь. С посадками проблемы. Приземляться не можешь нормально. Всей тушкой падаешь об пол. Но так же нельзя. Будем учиться заново. Так, ну вот, ребята, леди и джентльмены. Собираемся на банкетик. Так что голубь у меня прячется постоянно куда-то. По-моему, там где-то он. Или не там. Остается за старшего. Так что поедемте, леди и джентльмены. Мама,
Движение по Сокольнической площади запрещено, вернее, закрыто, леди и джентльмены. Сокольническая улица в объезд. Сейчас мы едем... Сейчас... Как же она называется-то? Гастелло? Вот, ребята, не знаю. Москвы-то давно не был. А как мне сейчас добраться? Ну вот, если б не навигатор, конечно, было бы сложнее. Я когда начинал, у меня была карта куплена. Не было у меня еще этого даже навигатора отдельного, телефона такого модного, кнопочный был. И я по картам ездил. По картам. Ну и как-то потом шустренько понял, что с картами далеко не уедешь. И приобрел навигатор, который меня украли, когда вскрыли машину в один раз из разов. Вот, так что... храните деньги в сберегательной кассе, леди и джентльмены. То бишь, под подушкой. Хорошего дня, дам господин. О, бляка, ребята, матросская тишина. Что-то я где-то слышал об этой шумной тишине. Матросская тишина, Русаковская улица. Слободка Маленьковская. Сокольнический вал. Так, Сокольническая. Так, Строймынка. Пипец, что-то тут где-то перекрыто. А мне куда надо-то? А мне как раз что, туда надо, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. А что это? А что это, перекрыто там или нет? Или я что-то путаю? Так, ну вот вышли на трешку. Третье кольцо. Ярославское шоссе МКАД. В Ярославле не был ни разу проездом. Так бы по Золотому кольцу-то, может, ребята, летом рванем. А что, заправим полный бак? Пирожков возьмем в дорогу с картошкой и рванем по это как отпуск, сделаем себе на недельку по кольцу, Золотому кольцу России. Поддержите меня лайками. Так, ну все, юбилей сегодня. Юбилей. Юбилейчик. У супруги. Ну посмотрим, что там. Что-то говорит, начитался, говорит, отзывов он. Не знаю, что-то его смущало. Я говорю, ну не знаю, ну что, я как бы не в курсах, я не читал. Поэтому не могу сказать, чего там ждать. Вроде как с аппаратом можно, так можно. Бывает, говорю, не пускают с аппаратом там, либо дополнительную доплату просят. Подвохи бывают, что вот как бы если кто-то со своим аппаратом, то есть то доплачиваете. Либо вообще не пускают, только свое включают. И ноутбуки выставляешь, и как бы работаешь. Ну, это в связи с разными разностями бывает, то, что там сосед злой или соседка все время в милицию звонит, когда бас хорошо играет. Они бас уводят, и как бы бабушка довольна. Так, это вокзал какой-то, я не помню, для двоих или для троих? Какой же это вокзал? Надо вспоминать. Савеловский, нет, мы не в Петербурге. Оставь эти шуточки, ты не в полку, как там в одной оперетте было сказано. Мускомедии один актер играл роль солдата. И это, барышня ему, оставь эти шуточки, ты не в полку. А потом, шутка ли дело, я прихожу с бородой под новогодние корпоративы Деда Мороза переодеваться, а он там... В другой образ, в женской, переодевается. Но это совсем другая история. На разметку. Ну пошел, отец. Сити мебель. Так, все, разговорчики в строю. Продолжаем движение. Так, улица Бутырская. Блин, ребята, я что-то не могу понять. То не улица, то не это самое, не здание, сооружение, то как-то с чем-то связано все с каким-то... Не знаю, с зонами что-то все связано. Бутырка, или это я... А, группа такая, Бутырка. Потом Бутырка, тюрьма такая. Матросская тишина. Кот Матроскин. А, нет, Матросская тишина. Тоже тюрьма. То есть все что-то... Непонятно. Что это за столица такая? Вся в тюрьмах. Так, едем мы. Куда? Вроде бы туда. А вот направо. Уходим на запад. Видите, камера на полосу. Где-то наш путь.
Запахло весной, дум-ду-дум-дум, метелям отбой, дум-ду-дум-дум, хозяин седой, дум-ду-дум-дум, ворота открой, дум-ду-дум-дум. Партаки, 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 я колю даже с левой руки. Партаки, партаки, партаки. Море, море. Оп. Ну вот, господа, и приехали. Поставил я ее здесь, там хотя есть поближе у крыльца, но думаю, мало ли что там скажут. Места заняты, перегоняйте, то есть, ну, всякое бывает, чтобы потом не дергаться. А здесь парковочная такая зона, в принципе, встал и встал. Все, приступаем к обычной процедуре, которую вы уже знаете наизусть. А это значит в туалет, это значит в зал, звук, свет, чемоданы. Если время будет и аппетит, то перекус. Все. Не переключайтесь, леди и джентльмены. Расти, борода, расти. Карамели, караоке. Караоке зал, значит, это. Ладно. Ставим звук. Хорошо танцевали. А это не от подушек? История. Ох ты, весна, леди джентльмены. Есть у меня час десять. Сейчас сходим мы в столовку, перекусим, там берега Селигера, какая-то столовая есть тут за рекой, сейчас посмотрим чуть-чуть. Как раз часик-то, как раз уложимся тудым-сюдым и как бы поработаем. Погода налаживается, весна. Весна пришла в Москву. Ну реально, как будто бы, не май, конечно, но как будто бы апрель. Там знак стоит, движение запрещено более 2,5 тонн. Вот и ждут. Вот что-то было их двое, а сейчас сколько? Пятеро? Не знаю. В общем, взял ребятам с говядиной в узбекской кухне здесь две самсы с говядиной. С бараниной не стал, жестковато. Вот этот знак, вот это место, то есть движение грузовых автомобилей запрещено более 2,5 тонн. Ну, газель считается менее 3,5, а здесь 2,5. То есть может быть и перегруз, кстати, у кого-то по бумагам, по документам, скажем, везешь кирпич, общий вес сколько, плюс автомобиль там, тудым-сюдым, все, 2600, все, пишите протоколы, пишите. Не смешно, леди и джентльмены? О, какой хороший пес. Ой. Злой как собака, а? Все, банкет сейчас будем работать, перекусим и работаем. Дома.
чтобы было хорошо на работе, чтобы муж любил, и она его, дети радовали каждым днем, каждой минутой. И традиционно, в честь юбиляра, прекрасная ура. Два коротких, третий сразу там. Ура! 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 Искренне слова поздравления уже протянули руки с бокалом на светлую праздник. На том банкете залили кофейной машиной ноутбук, а сегодня он не открылся. То есть кофейная машина, она дала течь, он работал, когда я в сумку его сунул, но он, когда работающим я его в сумку положил, видимо, влага попала на платы или что-то. Надо менять ногу. Вон в вертолете, на пассажир тебя. Как песок эскимо. Услышит, поймет, приласкает, покормит, утешит. Мысли в кучу мои соберет и морально их всяко поддержит. Оставайся, мамуля, всегда. Добрый, нежный, заботливый самый, я ведь всегда, несмотря на года, буду ребенком, а ты моей мамой. Прими, мамуля, поздравления от сына, ведь я твой самый преданный мужчина, а ты на свете лучшая из мам, ведь когда я вырасту, я брошу мир к твоим ногам. Ура! Я тебе я подарю, пусть солнце улыбается, я
вещь. Мешочек предоставил Дедушка Мороз. Ну и вы пользуетесь случаем. А, не хотите? А где наш юный друг? Куда он убежал? О! О! Где же Алексей у нас? Лёша! Лёша, за высокую поэзию не хотите получить приз? Заметьте. А, еще раз? Нет, ну подождите. Так сразу мы все и раздадим. Кто читал стихи? Вы читали? Получите. Одну вещь. Не подглядывай, одну вещь берете. О! Так, на ощупь. Есть. Самое нужное. Что же это такое? Ну, чтобы это ни было, он уже скрывает. Открывает не только упаковку, но и внутренности плюшевого мишки. Продолжаем, уважаемые друзья, наш теплый вечер.